Спас медовый, спас яблочный, спас ореховый. Эти летние праздники любят и почитают все православные россияне. А 4 года назад у жителей Сурского края появился свой спас – пензенский. Традиционно православный праздник Спаса отмечают в августе. Но ни в одном церковном календаре не найдешь пензенского спаса. Это мероприятие светское. Аналогов ему нет ни в одном другом регионе России. Он призван объединить жителей Пензенской области вокруг православной культуры, духовным стержнем которой является любовь к ближнему. Широко он будет праздноваться и в Кузнецке. Все творческие коллективы города задействованы в подготовке этого мероприятия. Кроме того, в рамках празднования с 1 по 20 августа пройдет акция дарения «Дорогою добра», когда каждый кузнечанин может своим вниманием оказать помощь ближнему. Мы хотим, чтобы в эти дни каждый человек посмотрел в своей душе, чем он может помочь нуждающимся, одиноким ветеранам, детям, сиротам, больным людям, малообеспеченным семьям. Мы предлагаем всем тем, у кого есть такая возможность, в эти дни приносить в администрацию парка вещи, школьные принадлежности, овощи или фрукты, дары своих садов и огородов. Все собранные вещи, дары природы будут переданы одиноким ветеранам, детям из малообеспеченных семей, всем нуждающимся людям. Продолжением этой акции станет акция «Подари радость детям», которая будет проводиться под эгидой отдела социальной защиты населения города Кузнецка.